Проезжаем знаменитый Казанский собор по Невскому. Здесь Барклай де Толли, памятник. Знаменитый магазин Зингер, центральный офис. Шикарная улица, большая, малая конюшенная. Впереди мы видим шпили Адмиралтейства. Доминика Трезини сделал такой трезубец, и часть улиц, три улицы подходят, и одна из них – Невский проспект. И с трех сторон виден шпиль. Это и Гороховая улица. С правой стороны по нашей проезду нашей колонны мы видим арку генерального штаба, который выводит на Дворцовую площадь. Знаменитая запись, что эта сторона при обстреле самая опасная. Это с времен блокады. А вот про это загадочное здание я ничего не знаю. Но раньше я здесь покупал билеты. Здесь были кассы Аэрофлота. Питер летом, в солнечную погоду, очень красивый город. Я ездил по многим городам и всегда возвращаюсь в Питер. Понимал, что это самый красивый город. А здесь Дворцовая площадь, здесь будет праздноваться День города. Сцена построена, будет концерт. Также еще в Питере происходит экономический форум. Французский президент приезжал, Владимир Владимирович. Ну и в общем здесь много очень всяких мероприятий проходит. Если посмотреть календарь на этот день, то очень много всяких событий происходит. И белые ночи у нас начинаются. То есть Питер, конечно, прекрасен. Ну и мы его немного украшаем.